Открытие сквера шахидов в Махачкале намечено на конец лета. Об этом сообщили на плановом собрании представителей муфтията республики. Сейчас в парке, который будет располагаться на пересечении проспекта Акушинского с улицей Абдулхамида Юсупова, продолжаются работы по благоустройству территории. Уже построены два фонтана, пешеходный тротуар, посажено 75 деревьев. Планируется посадить еще 200 саженцев, а также декоративные цветы. В рамках реализации проекта предусмотрено строительство детской и спортивной площадок. Кроме того, там будет установлена мемориальная доска, на которой будут увековечены имена детей, погибших 17 лет назад во время пожара в интернате, находившемся на этом месте.